Меня вообще ни разу не видно. Я не думал, что она может вылетать. Так, я поставил знак. Да блин, чушь. Да. Вау. Мне больше нравится, если одеться вот так. С капюшоном? Ну, с капюшоном, но без вот так вот. Ну, тоже неплохо. Но мне так нравится. Капюшон там, вот это мне маска не нравится. Если бы маски не было, я бы с капюшоном был. Вообще можно сделать еще вот... Ах, блядь! Дебил, блин. Какой-то бой. Ой. Мой чай. То есть это не чай, это сахарная вода. Фу. У меня просто чай кончился, а пить охота. Как испанцы в чай. Так. Вот это. Что имеет больше защиты? Ауруса. Крови. А, вот, а перчатки крови дракона хуже, чем перчатки дракона. Броня, наоборот, лучше. Ботинки лучше. Чё? Вот это говно лучше. Странно. Значит, самая, типа, сильная моя броня, даже сильнее, чем луковка. Нихера себе. Чтобы быть максимально бронированным, мне нужно ходить. А, ну так-то мне надо. Что, дебильный шлем. Хотя, ну ладно. Ставишь? Я уже поставил это. Я теперь надо качать ЖЗН и интеллект. О, у меня идея появилась. О, ты умный, наверное, у тебя большой интеллект. Наверное. Надо проверить, какой кинжалик наносит больше урона. Который я сделал из душ боссов, или который у меня изначально в игре был. Надо посмотреть. Да я попробую, не убивай этих глупых дебилов. Мне нужно понять, каким кинжалом тебя лучше после парирования бить. Вот. Давай, бей меня! Ша! Так, вот обычный кинжал. В руках он наносит 392. Одного, да блин, а хотя бы одного бы оставил. Как делать следующие мобы? Фу, блин. Погнали, ты куда? Блин, да ты убил всех мобов. Да не там внизу сейчас будет. Да не, легче нам просто характеристики сравнить. Вот типа кинжал и вот этот кинжал. Он наносит плюс урон ядом. Ножик. Режет детей еще. Вот уже сейчас дебил будет. Ну-ка, я хочу проверить свой арбалет. Эй, дебил. А, я, кстати, могу теперь... О! А я знаешь, как могу? Я могу вот так. Иди сюда. Ух ты, на себе. Блин, тут плохо то, что вода.
Я его травил, ура! Да ехать ему, солдат. Ты дебил? Ты будешь, кстати, делать клинок хаоса? Что клинок хаоса? А, он делается из души грешницы на небе. А, ты же этого дебила-то убил. Значит, ты не сможешь его сделать. Кого дебила? Который в капюшоне-то. Его сет ты забрал. Ну да, и чё? Ну, теперь ты не можешь делать оружие из душ босса. Ну да, и чё? Ну, так ты мог сделать клинок хаоса. Да и фиг с ним, мне так это нормально. Я причинам не сделаю. Потом отдашь мне. Блин, я забыл сходить за ключом. Окей. Так, какая-то секреточка есть. А, я знаю. Я помню, я Ромчика, я ему сказал, что там нужно идти просто направо, а там нужно было идти вперед, поэтому он упал. Блин, где она? Вот здесь, наверное. Только вперед! Да, только вперед. Блин! Ты че, дебил, что ли? Я думал, там дальше! Ты тоже кровавых пятен, ты пизды! Ёп! Дебил, блин. Глупый. Блин, это ты виноват. В смысле, я виноват? Просто сказал, только вперед, беги вперед. Ну, я побежал. А ты взял, блин, вообще молодец. Блин, я не... Блин, ой, блин, вот и дебил. 392, это... 261. Потому что у него столько жизней. И они, в принципе, одинаковые, зато этот ядом бьет, так что... Да, знаю. Хорошо, не постоянно. Ах, какая вкусная сахарная вода. Бедные люди, бедные люди, бедные люди, бедные. И на блюде. Я-я. Я-я. Ля-ля. Ля-ля. Ля-л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 я-
Я тебе тут оставлю, дебила. Давай. Мне же нужно два. Так, смотри. Ха! Ай. Ай. А, получается, кто-то наносит больше урона. Понятно, тогда. Да, печально. Ты что не убираешь, ты? Понятно, то есть это типа только если ядом бить, а вот этот будет мощнее. То есть надо его качать тогда. Так. Погнали. Простите меня. Вы же Питер, я забыл. Воу, нихуя себе. Дебил. Сука. А еще можно так. Еще можно так. Нету. У меня нету. Черт. О, мои души. Так, блин, тут надо быть осторожным. Ой, он здесь есть, значит, можно взять вот этот. Эй, сучонок. Чё? А, вот. Блин, а кто-то запутался вообще, не понимаю ничего, что происходит. О, кольцо дали. Воу. А вон я не знаю. Да. Это мне там вкусняшка лежит. Ай, блин. Спасай. Дурак. Убил этот сраный. Чуть не убил. Сейчас
Сейчас я травлю эту мразь. Так, подожди, я пойду вкусняшку возьму. Не делай ничего с этим. Я просто отравлю ее. Я же уклонился, ты что? О, он же травился, ты чё? Как ты был? Лох! 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 Вообще выносливость не тратит. Лох! Лох! Чё, глупый? А что не где? Ой, теперь у меня большой пик. Ты чё, ещё его не убил? Я его отравил и просто блокировал его. О, опять отравился, что ли? О, отравился все. Просто вот так делай, смотри. Сейчас дебилы будут. Эй, пацаны. One shot, one kill. Ага. Чё, у тебя есть ключ? Угу. Я не знаю, ни хера себе. Он всё ещё хейт. А ты с ним поговорить нельзя? Нет. Его убить надо? Нет. Иди сюда, смотри быстрее. Сейчас. Подними сюда. Блин, ну посмотри, ему грустно. Да давай его не будем... Да не, давай его не будем убивать. Да не, все такие. И чтобы ему не было грустно, я могу сделать... вот так. Все, теперь ему не грустно. Ёб твою мать, ты зачем ему ударил? Ну, брат, не, мне его серьезно жалко было. Да он наслаждался, а ты его ударил. Он же сколько это не чувствовал, лет 20, наверное, тут сидит, может, не больше. Так, бью Хейда. Опа! Ой-ой-ой. А что это? Ой. Ой, а то жесть. А. Да блин, опять не тот жест. Не. Да, моя нога. Джамп. Ага. Опа! Угу. Что? Что ты там делаешь? Открываю. Опи, нет, там нет ничего. Запомнил! Иначе я твои яйца пойду сожму. Ах ты! Ой! А вот такого моего персонажа их нету. А мне плохо. Нет. Так, тут надо что-то зажечь, я помню. Да, чтобы босса легче было бить. Надо. Это была моя ловушка. А у меня нет бабочки. А у меня есть. А, нет, нет.
Подлад, их хватит. Блин, уйди. От нее. Да я в курсе. Он тоже устроил тебе ловушку. Тупой. Дай пройти, пожалуйста. Пожалуйста. Он отошел. Умоляю, дойди. О-о-о. Он понял. Тупой наемник. Тупой. Ума. Сейчас отравим эту суку. Блина. Уйди. Что-то, блядь. Ставим ей ящики. Ящики? Умски? Лист. Монополист. Шаблон. Ей больно, а ты хочешь ее убить. Один из самых прикольных боссов, мне нравится. Мне больше зеркальный рыцарь нравится. А, да, зеркальный рыцарь. Я хочу пить. Че, 8 урона, кто ткнул на нос? Я. Дебил. Я просто ее отравляю. И почему я к земле приду, чтобы вести. Ебой, как она меня задела. За спину главное меч повернула и сюда делал меч. Блин, да я ее ударю, слушайте. Где отравление? Может, она меня не отравляет. А, не, я вспомнил. Ой, отравил ее. Следов. А я вспомнил. Я, оказывается, играл с щитом. Я вспомнил самое свое первое прохождение. Там, я помню, я играл с щитом и топориком. Гейским топориком. И там я ее убил, ученика, вот эту бабу. Просто вот так с крысом, с щитом стоял, она еще сделала на голову. Давай я потом на Ньюгейм еще пойдем. О, смотри, что он делает. Какой он... Что ты мне сделал? Вставай. Пиздишь, да, забавили. Нет, бэкстеп. Бэкстеп. Ой, фу, лох, дверь открывает мне. Что, теперь тебе дедов помогает? Да, если хочешь, я сам могу убить. Нет, Зачем тебе душ? Что? Так. Зачем тебе душ? Ты что, хочешь мыться? А справа мне такой. Он мне дали какой-то бибочек. Бигбок? Бигбокс. Получается, люди... Да, похоже, что нет. А. Главный костер зажжён. Всё. Ух. Мама, а ты? Мама. Мама. Все, наконец-то эта крепость пройдена. На, что, не нравится эта локация, ты чё, ха? Ну, она такая скучная. Ну, тут босс прикольный. Чё, дебил, теперь тебе помогаем? Как 5000 душ, мало. Так, ставь знак. А, я ставлю знак. Где? Так. Сам. Нихуя себе, что? У меня осталось где-то, наверное, хп 4. Ай.
Так, дебил. Извини, что я тебе назвал дебилом, пожалуйста. Ой-ой-ой, ух, как ты мокнутый, сука. Прости. Да мне какого фига здесь человечек, ты мок. Я же не умирал. Так, я поставил знак, я сейчас приду. Секунду, стоп. Ой, блин, спина. Ты дебил, меня еще не призвал, что ли? Я тут бил нобика. Так я со где все дома-то? У меня дома вообще что-то того нету. Колобка даже нету. Дома, говорю, никого нет. Бедный колобок. Ну, кроме киски. У меня две киски. Это печально. Кош, тебе дам этот. Ах, хотя нет, я тебя ей буду колотить. Ну-ка, дай-ка, сейчас даже возьму. А, копье... Где моё копье? Во, копье Хейда. У меня такое есть. А у тебя какое копье? У меня крылатое. Нифига себе! Чё это было? Чё? Офигеть, нет. У меня тоже есть копье Хейда. Оно довольно сильное, кстати. Оно волни, потому что херачит. Да, сильно. Ой, у меня не копье, у меня пика Хейда. Ну да. Нет, они разные. Есть копье, есть пика. У меня пика. Есть большая пика, она вообще херенная, она там пиздец. Но ее очень сложно выбить. Нужно убить мобика, который после первого раза, после первого убийства больше не появляется, только следующего ньюгейма. Короче, очень сложно. Довольно прикольно. Да, прикольно, катан длинный. Че, ты стойки с катаном находить не будешь? Да, не армады. Ну тогда дай мне мою катану. Пошел нахер, козел. Че, сука? Дай. Я тоже хочу с катаной длинной. Че ты мне сделаешь, а? Давай, давай. Для меня ты сейчас по воздуху ходишь. А? Ёптю. Да, скинь мне катану мою. В смысле, я в них стойки вообще-то сейчас буду ходить. Так я же сказал, ну у меня есть арбалет. Не, ну я же равно, если я перестану ходить, я тебе отдам. Бэкстеп. Стой, подожди. Ну, если сейчас мало урон будет наносить, то я тебе отдам. Это все просто на плюс 8 прокачай, будет много наносить. Да блин, опять этот взрывающийся муги. Ёпта! Ёпта! Ты сейчас умрёшь. О, да, я умер. За мной этот дебил пошёл. Я тебя спасу. А, не, он около меня. Для меня ты просто бежал и я упал. Куда? Ёмай. Может он сейчас пойдет? Что такое он? Бэкстеп. Да что ты делаешь? Я блокирую его. Мне нравится его лицо, он такой злой. Как собака, которая... Я сразу вспомнил Оскара. Блин, Оскар. Пёс навсегда. Дрончик ему там спидолки палкой в аналку потыкал. А один раз, кстати, я тебе не рассказывал то, что он на Ромчик насрал. Ну, насрал, в смысле, насрал. Это было в начальных классах. Прикольно. Было зимой. Мы с ним гуляли, Оскар тоже гулял, Ромчик упал, Оскар его понюхал, написано. Ау.
Чё, катана не нравится, так всё скинь мне. Ну, мне надо её тогда плюс 8 прокачать. Если на плюс 8 прокачать, у тебя будет просто в 2 раза больше урона. Не там не 300, а 600. Ну да. Мне просто нравится эта катана, то что она длинная, выглядит прикольно, в одной руке эффектно. Ты тоже с катаной хочешь походить? Ну, мне просто нравится длинная катана. Ну блин, я ее прокачал там до плюс 5. Ну блин. Ну, да. Ходи тогда. Не, ну возьми. Мне не жалко. Мне не жалко. Я не измор. Ну если прокачаешь для плюс 8, я отдай. Где она? Я вообще хотел дома катану какую-нибудь взять, прям, например. Длинную такую, вытянутую такую. Принести в школу и принести в школу и Ромчика и резать. Ударить его, да, он скажу. Эмил! Да открой хей, да ё-моё. У меня нету ключа, я забыл его. Какой тупой. Сейчас катана весит больше, чем... чем копьё. Дверка, открой мне дверку. Вау. Мне нравится атака после переката, такая резкая. Блядь, что? А мне он не нанес урона. Ну, то, что успел перекатиться. Так. Где моё? Давно. Моё, а говно будет у меня. А твое говно. Путь будет с тобой. Срик могу. Срик, там. Блин, не получилось. Ты забыл свет включить. У меня нету ключа. А я сам не знаю, где я его взял. Я знаю, где его взять, но забыл его. А ты забыл чувачка прибрать? Зачем? Я хочу, чтобы он тоже сами его включили. Он радовался, прикольно. Ты хочешь, чтобы у него тоже были души? Угу, он же без души. Да хватит прыгать, дура! Кия! С катаной? Не. Она на пятом уровне слабоватенькая. Вот не дай бог я умру. Мой забавно. Я убьюсь. Зачем? Просто так. Ах ты грязная шваль. Стой, да я ее убью, пожалуйста. Сейчас она тебя убьет. Давай, Беречка. Ну блин, она глупенькая немножко. Она глупенькая немножко. Она могла тебя убить, но не хотела. Она пожалела тебя, грязная крыса. Нету, у меня нету. Ладно, тогда пошел нахуй. Ты реально пошел, молодец. Ты обосрался? Приятно. Фу, блядь. Фу, ты чё, фу? У меня 102 тысячи. 102 тысячи, а у меня 72. Фу, ох, у тебя, значит, ты потратишь больше, а я меньше. Ха! Чё, сейчас к этому? Как у него? А к этой, к нашке пойдём тогда. Какой мы нашке? Нашка. Ну, железную цитадель, погнали. Куда хочешь пошел, похоже, железный цитадель. Блин, потом блин, мне нужен обломок титанита. Мне тоже, мне еще 2 надо. А мне 3. Иди на читери. Что? Не, я не читер. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Кто это говорит? Давай я буду говорить фразы, а ты будешь говорить, кому они принадлежат. Я забыл, кто говорит, ну да, ну да. Ромчик, ты. Некин. Чё? Он все время, ну да, ну да. Чё забыл? Слишком мало он это говорил, чтобы я запомнил. Ты дебил. Единственное, что я помню, Некин говорит, нормально все. И... ты обосрался. Микрофон ты ждешь. Так, надо, короче, пойти купить. А, у меня же другая душа.
Надо пойти купить. У меня же другая душа. Придется тогда что-то другое покупать. Это прохождение у меня будет такое прям вообще. Я куплю там всяких оружий из душ боссов. Ой, я могу купить сет грешницы, но я не буду это делать. Смысла нет. Вот, это не то. А, не у тебя что-то? Блин, он глупенький, у меня ничего нет. Так, у меня что, одна ароматная ветвь плохо, что ли? Погнали жертву цитадель, где мы? Еще рано, мы все слишком слабые. Ну, конечно, там всех ваншотят, но все равно слишком слабые. Нет, да Влад, серьезно, погнали жертву. Ну зачем? Играть? Так нам другие локации сначала надо пройти. Какие? Все, которые до нее идут. Туман? Да, еще туман надо проходить. Ну блин, это тоже скучная локация. Вообще пиздец какая. Давай убьем кого-нибудь на нью-гейме. У тебя есть все? У меня есть уголек. Может, я бы убил эту грешницу в нью-гейме. Да не, нахер. Ну, а давай. Давай сейчас смотрим. Я пойду убью эту. Гаргулик. Не подожди, меня тогда тоже давай с собой. Так, мне куда ты пешься-то? Ну, ты телепортируешься, ну, короче, иди к гномику. Угу. А я пока сейчас зажгу костерчик. Надеюсь, я в правильном месте зажигаю. Зажигаю. Ага. Так, все, я у гномика поставил знак. Ну, сейчас я это пока лутик соберу, который обновился. Ты еще качаться пойдешь? Я уже прокачался. Во, сейчас персики будут сильные, потому что они будут носить урон людям. Теперь они не ваншотаются. А, не, они все равно слабые. А, ты не видишь большой знак, да? Чего? Вон, мы же убили как будто. Так я их обновил на New Game. А. Стой, у тебя зайди статус игрока. Погоди, я тут пешек не заметил. Не надо. Не надо. Не делись с песиками противозаконно. Блин, на улице пахнет как деревня. Как некий там что? Бедные коти. Что говоришь? Котик бедный. Да, дура. Ну, блядь, кого это? За симку или колобка? Колобка. Симку. Колобок все время плачет, когда его на руки бьет. Мой бедный лобок. Зайди в статус игрока. А, ща. Ну. Сколько у тебя ЖЗМ? 33. У меня 3. Стойкость. 25. 40. Ебанутый. 26. 20. Ученость. 9. 5. Да, 5. Сила. 30. 30. Ловкость. 27. А все остальное у меня 5. 60. 90, 110, 150. Блин, тебе что это был за звук? Тебя кто-то выебал? Сколько? Кто тебя выебал? А сколько у тебя ОЗ? 1610. А у меня 1616. Что? Выносливость. 125. А у меня 140. А вес груза? 85. А у меня 75. А скор за 49. 102. А, 45. А атака силы.
Сейчас. Атака силы 102. Это 102. Атака ловкости у тебя тоже 102? 95. Это за от характеристик зависит. А баланс? 23. 1.5. Это плохо? Это вообще очень мало. Ни один удар типа не выдержишь. Баланс это прикольно, ты бьешь, тебя бьют, и тебе похрен, ты еще. А как мне тогда сделать, чтобы баланс был большой? А, одевать броню балансную или колечко. Чтобы выйти на колечко. Величка. А какой у тебя уровень? У тебя должен быть. А, не. 119. А у меня 117. Пусть так изортование. Блин, естественно. Вот если ты морду спустишься, она будет похожа на Оптимуса Прайма. Оптимус Прайм выглядит как гей. Как кот. Да вот подскажи, как сука или колокол? Почему? Что он против? Колокол, он всерьез бездельный, сыпь. Симка не такой прикольный. Ну, симка это обыкновенная порода, а бог это породистый британец. Да, буквально мягкий, пушистый, красивый. Какой человек тебя учитель бесит прям в школе? Кроме Путлера. Экономичка. Серьезно, она тебя даже не трогает. Она наш четверг. Раньше трогала. Это пока для Ильича пошла. А, да, на тебе тройки все время ставили. Меня по экономике вообще не расстроили. Было, у тебя же последняя тройка, ну, у меня 4 номера. У меня 4 вообще не все. Я помню, что она что-то там плохо вставила, только ну да. Не, у меня все 4. Да всем говорит, пошла на нахуй. Всегда пошла на нахуй. Я всем начинал. Пошел нахуй с этими своими там, этими. А, блин, я хоть и вспомнил, как Ромчик, короче, дебил. У тебя, короче, тогда не было. Я не знаю, где ты был. Мне, если честно, все равно. Короче, был урок ОБЖ, да? Мы с Ромчиком таких сидим, да? Ромчик, ну. И такой говорю, давай ты будешь изображать меня, а я тебя говорю, давай. Блин, Ромчик все время, короче, разговаривал, мешал мне. Типа, изображая меня, к нему учитель подходит, говорит, так, хватит, отсядь. Он говорит, да чё нет-то, Блин. Он, короче, к нему этот учитель по обрезку подходит, говорит, так, ну, так, Рома, попрошу тебя перечислить, чё нет-то, ты не делаешь? Я вот так говорю, чё это нет-то, И, короче, пересел, потом ответ начал присылать ко мне. Блин, угораем на фильм. Блин, я испугался. Блин, домофон. Симка сдернула, прям оцарапала меня, беспугался. Ты меня будешь призвать или нет? Я тебя уже призвал. Блин, мне вот не нравится, знаешь, типа, ну, я могу это делать, типа, введи меня, как я тебя, а ты, как я тебя, того я. А, но, блин, вот мне не нравится, знаешь, типа, что некоторые люди, которые не понимают, что я делал, могут подумать, что я реально себя так веду. Вот, например, в Божественных, я вот уверен, что он подумал, что, ой, блин, Макаров чуть с ума сошел, да, он тупой. Что-то меня тут пререкать, что охуел, надо его избить потом за это. За гаражами. Поэтому я не хочу так делать, но это прикольно.
Самому. Ну да, ты все время так делаешь, все читаешь. Чё там у тебя, да, на это херня занимается? Если урок скучный, то естественно я этой херней буду заниматься. Этим все занимаются. Сексом. Нифига себе, 1000 урона, он еще будет. Чё? Давай проверим, кого больше урона. У меня меньше будет, потому что у меня типа оружие более слабое. Зато я могу бить через щит, и оно длинное. Видишь? Ух, бля! Еба! Ю! Двумя ударами, вот да, вот так вот мне тоже сделали. Я удивился. Кидается там. А, ты еще не день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тебя ударили, боже, еще больше половины жизни. Фу, я кнопку перепутал, вместо удара я бежал вот. Чего? Ё-моё, ты посмотри на меня. Они очень сильные. У меня фляг. Не, еще. Вот суки маленькие, а. Еще 5 штук осталось. Ой-ой, вы что? Где он? Где еще один гномик? Вот. Ай, блин, дебил. Блин, короче, вместо удара я должен был сделать, короче, так. А бежал, короче, перепутал кнопки, бежал вот так. Они меня ударили. Блин, это круто, они такие, ууа, блокируют. Мне напомнило, что это прям Наруто. Блин, реально, ты бегаешь, ну тут все бегают, типа, наклонившись вперед, ты даже такой... Блин, дебил, капец. Фимиам кептик. Помню, когда первый раз подобрал фимиам, я прочитал не фимиам, а феминизм. Ой, феминизм просто такая. Чё? А тут было уже открыто. Разве? А? Скажи это пёсику. Альбанс надо повезти. Теперь будет сложно. Да не так сильно. Нифига себе, что так сложно. Нафига не... Я бью стену. А чё я ему вообще ничего не смотрю? А что я стреляюсь? Ты просрал душа. Мне нравится. Да. Мне саундтрек тут нравится, мне по-моему. Вам что-то наоборот вроде как не нравится. Ему очень нравится саундтрек из первой части на этом. Ну там босс есть, он типа считает его страшным такой, потому что он еще добавил КДВ. Первый раз играл, он играть не умел, он ничего не мог его как бы ходить, и он типа. А сейчас он прям умеет играть. Ну, не так хорошо, как я, но все равно лучше. Блин, пиздец, я тут побежал. Капец, мы им только надо одну четвертую, а мы одну пятую только снесли. Рай, одна гайгулька умерла. А еще одна прилетела. Отлично. Вау! Тихо, мать, успокойся, не надо. Нифига себе, она мне по щам прописала. Ё-моё. Давай, покажи, что ты сделала. Я вот из плоти. Сделана из гранита. У меня крылья прикольные, я тут всё заметил красивее. Она может летать с каменными крыльями. Я вот, например, сделан из эпидермиса наружный слой кожи. Я вот не знаю, что ты помнишь, как он называется. Ну, вообще-то я диалог не знаю. Да бей, вот там одна посерединке, сейчас вот резинки не занимала. Беги, иголкой. Пляшка, 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 выпей. О, нифига, там сейчас молния прям. Как глаз.
О, я сейчас кустом точно буду херать. Да ё-моё. Хм, они только на ньюгейме, по-моему. Ой-ой-ой. Ты сейчас умрёшь, дебил, уходи. Я знаю. Они на ньюгейме только пухнут. Да ты что творишь, мать? Не надо. Жизнь хороша. Я ударь ты её. Ой, себе осталось. Всё, последнее. Ай, больно! Не забывай, если бы она тебя убила. Да нет. Навряд. Нет, не надо, пожалуйста! Ой, блин, если бы она ещё бы чуть-чуть попердела, она бы тебя убила. Лошарик, ёбаный. Чуть не сдох. Блин. Я боюсь к себе походить, а то ключ опять это и убью. Да, да, моя игра улетела, мне там все слетело, мне неохота теперь настраивать. А, ну чё, неудача, что ты мне сделаешь? Ну давай, давай. Было забавно, если бы я сейчас убил Бобка. Я бы тебя убил вживую. Ну чё мне это сделал? Он сейчас... Так, катана, 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 катана. Ой, ебать, ты кто? Собаки? Это катана до скольки можно? До плюс 10? До плюс 10? Эту катану можно до плюс 10? Да, до плюс 10. Да? Да, до плюс 10. Да? Да. А чё сразу так не сказал? Потому что ты сказал, до катану можно плюс 10. Да я просто разевал. Кольцо гордого рыцаря Dark Souls 2. И спроси, сколько, чтобы прокачаться надо, ой, сколько надо, чтобы качать жизнь. Кольцо вот короля. Чё это, о чём? А ты? Кольцо солдата короля Дракона. Чём иду? Я хотел плюс 2, а мне дали не то, что я хотел. Всё, погнали к замок драмы. А, может попробуем босса теперь пройти, эту дуру? Да не, мы ещё слабые, ты чё? Да, нормально. Ещё железную цедаль пройдём, и всё, и пойдём. Чего пройдем? Железную цедаль. Ну все, погнали. Погоди. А может ппшимся в железную? Ппшимся. В железную цедаль. Ппшимся. Что было? Не хочу. Так, плюс один. Ух, нихера себе. Понятно. Ну-ка, дай-ка я хочу попробую. Дай. Дай. You will die. Смотри. Я телепортируюсь в помойку. Зачем? Не-не, мне надо. Я усилю там костер на плюс один и сдохну. Будет круто. Блин, а чё тут огонь так много жрёт? Чё у тебя компьютер прям иногда? Охлаждение типа, но почему он постоянно там не может работать, я не знаю. Ну, он нагревается. Блин, очень... Просто резко вот так вот мне уши даёт, и всем даёт, и мне, и Ромчику потом будет делать. Ё-моё, опять прям молит там. Я даже так могу, могу. А ты так не можешь. Ай, больно. О, у него тоже катана. Глюк и москаль. Ой, они слабые. О, могу. Они вообще слабые. Замок Дрангли? Нет, нет, я вообще слабый. Так, я забыл куда-то идти. Я тут слабый. Чё, ко мне кто-то вторгается? А, это... О, нет, опять этот Шурик. А, шарик, нет. Шарик. Ух, блин, нифига, ты сильный, слушай. Глык. Так, ну теперь я тебе покажу, кто здесь Dark Souls. Теперь я тебе покажу, кто здесь Dark Souls. Давай, нападай.
Ну как мне сделать? Давай, скажи. Я покажу тебе, да. I show you peace. Покажи писю, фу, гей. Покажи писю, писю. Сильная штука. Знаешь, в чем прикол? Я могу лечиться, а ты нет. О, тут появился чей-то знак, это ты? Я тут делаю более важные вещи. Слушай, да ты походу из пластика. Что я тебя сейчас так усмею? Ой. Сказал Витёк, умирая. А я тебя из-за арбалет, короче. Оп. Пук. Пук. Еще два выстрела. Ну, пук. Давай еще один выстрел. Ну как? О, блин, у меня же ведь есть полный комплект. У меня есть ржавая монета. Товарищ кот. Есть вот эта херня. Есть вот это. Плюс еще есть. Аж плюс два вот это. Аж плюс два. А, еще же есть щит. Это как в химии, аж плюс два. А, медь вот. Это галоген? Нет, медь это не галоген. Ей. Медь это галоген? Нет, медь это не галоген. Извините, а медь это галоген? Нет, медь это не галоген. Я забыл, что такое галоген. Я только знаю то, что медь это не галоген. Отличное знание по химии. Если меня химик, если я на этой тварь меня спросит, так делать. Медь это галоген, я скажу то, что нет, медь это не галоген. Нет, медь это не галоген. Сейчас, блин, на 1 сентября таки приходим, и она к нам такая подходит, подходим ко мне. Это девочки, мальчики, сообщите другим. У нас сейчас факультатив. Будем готовиться, вы уже 9 класс. Ебать! Ебать! У меня выпала наконец-то пика за все мои... 200 прохождений, пика выпала огромная. Какая пика? Боку на пика, большая пика Хейда. Большая наконец. Еба, наконец-то. Наконец. В жизни выпала. Не надеялся на то, что она выпадет. Думал, опять вы будете там. А выпало в итоге круто. А выпало в итоге круто. Это галоген? Вялов, Вялов. Там это... Вяло! Чё надо, ты, бля, нахуй. Опять Вить, говори тише. Вить, говори тише. Да. Вить, говори тише. Блин, мне тебя жалко. Спасибо. Я как раз хотел тебя попросить. Вот, чей-то красный знак. Медь это галоген. Медь это галоген. Нет, медь это не галоген. Вау, вяло, где подсмотрел? Я же. Я изучал химию на каникулах. Давай тогда скажи, чем нужно следить за ствол, чтобы получить гидроксид алюминия? Ну, вот этого я не изучал, поэтому сказать не могу, но все остальное, ну, тогда что-нибудь там вот это. Давайте прекратим с вашим вопросом, это первый день, что такое? Она такая, понятно, Вял. Я так не говорю, ну, понимаешь, это первый день, я так вообще не говорю. Да, ты просто пошел нахуй, Вял, ты галоген, нет, ты пидор, Вялов, а не галоген. Ой, печальненько. Блин, надо что-то печатать. Вообще химия это самый сложный. Химия должна быть. Не, самый сложный это география. География вообще пиздец. Да не, география это не так. Особенно если вот у нас сейчас в 9 классе будет. Это тема, где типа города, страны. Белоснежные лошадки. Ты их знаешь, да, я города хуй узнает там, блин. Какая-нибудь Висин-Припентен. И ты знаешь, такой, ну вон там на юге Новосибирской области Украины. Я такой, все, блядь.
Все, мне двойки, тройки, а у тебя там четверка одна. И ты такой, ой, я крутой, это лох фуса. Меня один раз по географии только четверка была. Навсегда. Тройки. Мне тоже печальненько. Так, стой. А, мне же выпала большая пикахейда, я же теперь монстр. Вот. Пикахейда, есть большая пикахейда. Че, пуп, пацаны? Да, иди в это. Да, нахуй, иди. Че, большая пика слабее, чем. Она же. Аня, иди спроси маму, что на улице. Вот это обычная пика, это большая пика, хей, да. О! Ты боишься ОГ? Наверное, да. ОГ это херня. У меня друзья сдавали, сказали, там вообще делать ничего. Че на ужин? Блинов сдал. В смысле съели? А мне что есть? Он скоро закроется. Вот иди вообще не закрой. Чай можно купить. А что мне купить? Кубиши? Блин, давай быстрее ставь знак. Я быстренько по ПВПшимся, я пойду сейчас быстренько в магазин купить. Поща. Медь, ты говорил? Нет, это не лагер. Молодец, Вяло. Спасибо, я учил. Я до сих пор помню шуточку, это там что-то чехут, по-моему, вызвали к доске. А ты, по-моему, тогда был. Я что-то там говорю, так, вот, цифру 2. Куда мы ставим двоечку? И я такой, журнальчик. На журнальчик. Все такие, а! Ебать, ты дебил. Так, куда ППшки идем? Цитадель, ты тут. Там атмосфера. Там атмосферней. Там атмосфера воздуха. На Кривинада 200 градусов. Серенада? Да, серенада. Я в словах это путаюсь, поэтому называю. Черт, я умер. Оу, фак. Оу, фак. А сколько у тебя память душ? Да нормально, так знаю. Сколько у тебя память душ? Я умер, подожди. Тебе больше нравится ИЗО или музыка? Музыка, естественно. На ИЗО мне ставит 3 за то, что я рисую лучше тебя. Да, а да. На музыке просто сидишь, разговариваешь, потом и все. Это галоген? Мне нравится, как Ева Владиславовна преподает. Она все время, например, на английском. Вы вообще за этот год на английском вообще ничего не научились. А зачем? Все, невозможно использовать костер. Оу, фок. Да блин, ко мне в Турции темный дух, чемпион Хаста. Намасте. О, ну и ты за меня сейчас убьёт. А, нет, у нас сейчас ладно. Слушай, да запрещение вообще не тут знаю. Нет, медь это не говорит. Молодец, Вяло. Да ты сам поди не знал, что ты даже вспомнить не мог, как говорил один. Ну да, зачем не помню. Как? Ебать. Как он меня убил? Чему же я понял? Пидорес! Бескудник! Вообще не научились ничего по-английски. Свинчи, вы так. Ты тоже достаточно знаете английских 2000 слов, чтобы, ну, общаться с там с американцем. Чтобы, ну, ты понимаешь. 2000 слов. 2000 слов достаточно. Я знаю 1990. А я знаю 1999. Ой, фу, обманщик. Я сколько у тебя память пуш? Пуш? 1 082 000. О, прям у меня на 3000 больше, чем у тебя. Ставь, Сак. Сейчас я тебе покажу, как я с котами. Это глобин. Что ты скажешь насчет алюминия, Вялов? Ну, тут уже сложнее. Ну, в смысле, а чё? Ну, а чё, я что ли все должен знать? Давай я тебе буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Потом ты мне будешь задавать вопросы, а я на них отвечаю. Ну, типа, смотри, я тебе называю... Да не, я не ты, не знаю мне пизды.
Нифига себе. Слушай, надо это как кому-нибудь сказать. Не, я не знаю, не ничего. Че? Ставим, что не знаю. Вот, например, смотри, назови мне, допустим, длину Марианской впадины. Сколько-то там тысяч километров? Че? Нет, больше. У тебя три попытки. Сотни тысяч километров. Последний попытка. Хуй его знает. 12. 12 километров? Да. 12 километров. 12 километров. Вот. Нет, тысяч? Нет. Какие тысячи? 12 тысяч километров за два, что ли? А, блядь. Ёптунь. Я просто, для меня километр, знаешь, какая-то типа маленькая, типа метра, хотя там до пизды же километр еще метр. Пошел нахуй. Все, ты мне задавай вопросик. Ой. Ставь знак пока. Прям любой вопросик? Ну, приемлемый. Вопрос с подвохом. Что южнее, Северная или Южная Корея вроде как? Что, южнее? Что вопрос с подвохом. Что южнее, Северная или Южная Америка? Ой, блядь, Америка. Ну и похуй Америка. Что Корея, что Америка. Южная, южнее. Некоторые, некоторые просто слышат, типа, вопрос с подвохом, типа, такие, ну тогда я хуй его знает. Ха-ха, создать, сука! Большая пика рыцаря Хейда. Дай я подхилить. Да подожди, дай подхилить. Нифига себе. Затыкал. Но я меньше нарушу. Хотя, похоже. Ха! А. Блин, я не могу лечиться, погоди, да я сейчас сделаю, чтобы я могу.